Вообще, Вечером душ передать. утро такое здоровское. Я прям окно сейчас открыла, птички поют, знаешь. Ага. Я тут сырники Приглашите готовлю. в апреле. В апреле будет? Так, А сырники сейчас будут. какой-то циклон бешеный пришел. Пачка творога, яйцо. Сейчас все на глаз добавлю. Сахар, соль. Все, сырники жарятся. Сейчас будем завтракать с Григорием. Сырники, чай, сметана. Бабушка не хочет с дедушкой, да? Так, сейчас буду готовить обед. Сначала хотела картошку запеченную в духовке, но Григорий не особо ее любит, поэтому не буду. Буду, наверное, делать сейчас рагу по-домашнему. Там немного не доели соленые огурцы, как раз туда добавлю. Вот, поэтому начинаем готовить. Здесь начистила картошку, морковку, лук, чеснок. Сейчас все это хорошо помою. Здесь мяско. Сейчас буду его обжаривать без масла и потом все тушить. Мяско обжаривается, а здесь уже овощи, картошка, морковка, лук. Сейчас чесночок сюда добавлю и немного чеснока еще в мясо, и сюда же соевый соус. У Григория тут мультики, ну погоди, хотела сказать, Винни-Пух. Немножечко белья я развесила, в общем-то, что было в стиральной машинке, и сразу решила сложить эту еще пока небольшую кучку, открыла, как всегда, окно, а развешивала белье на улице. В общем, тоже смотрю в окно, кажется, такая там теплынь, вообще солнце светит, но пока оно, к сожалению, вообще не греет, вообще, прям такой ветерок пронизывающий, но настроение от вот этого вот светящегося солнца очень... Весеннее, уже даже мушка, посмотрите, вот греется на солнце муха, на улице она. Вот, так что сейчас все здесь разложу, пока тушится картошка. Все, Григорий, Григорий собирается, папуля, ты его повезешь, да? Ну давай, давай. У нас рагу с солеными огурцами и с мясом. Папа! Не буду показывать папу. Будем смотреть Борю. Как это называется? Судьба человека, в общем, да. А, это сейчас новости. А потом будет судьба человека. Я-то не хочу. Я-то не хочу. А ты хочешь? А что это не будет? Будет? Ну ты же его выучил. Мы прочитали его. Сказать бы, что ты его не выучил, и его не было, Гриша. Ты что, его зря, что ли, учил? Ну, получается, да. Нашел шапку? Да. Так, ну что, сейчас я буду делать пряники. Как раз никого нет. Вот, начинаем с глазури. Здесь у меня один белок. Хорошо вымытого мылом сначала яйца, потом содой. Потом еще полежало яйцо немного в содовом растворе. Вот, и вот я отделила желток от белка, 150 грамм сахарной пудры, сито обязательно, я первые разы не просеивала муку, поэтому это было просто ужасно, сахарную пудру не просеивала, и думала, что все равно все это разобьется миксером, но нет, обязательно просеивать, это прям обязательный пункт. Сейчас просеиваем сахарную пудру вот сюда вот к белку. Все, я все просеяла и еще немного лимонного сока добавила. Сначала добавила, потом просеяла. Вот сейчас все это буду взбивать примерно 2 минуты. Вот с консистенцией нужно определиться, разок хотя бы попробовать, потому что она может быть слишком густой, мы ее будем разбавлять водой, либо она будет жидковатой, тогда немного добавим еще сахарной пудры, не пачку, а еще немножечко, потому что консистенция — это самое основное, в чем заключается секрет вообще росписи пряников. Если будет слишком густо, то не растечется так красиво и гладко. Если будет слишком жидко, то наоборот все растечется и утечет с пряника. Поэтому, в общем-то, вот так вот эту консистенцию не объяснить на пальцах, да? Ее нужно именно попробовать. Вот сейчас я взбиваю 2 минуты миксером. Все, взбила я
глазурь, в общем-то, в рецептах, которых я находила в интернете, нужно было прям там в рецепте 0,5 килограмма сахарной пудры, но у меня нет таких объемов, чтобы за день исписать 0,5 килограмма сахарной пудры. Ну, то есть вкупить 90 грамм белка, 0,5 килограмма сахарной пудры. Ну, нет у меня столько пряников, нет у меня столько заказов, сами мы их не поедим в таком количестве, поэтому у меня все на один белок, пачка сахарной пудры 150 грамм, один белок, несколько капель лимонного сока. Ну, я лимон покупаю, кладу его в холодильник, вот, и режу его, и выдавливаю оттуда сок. В общем-то, вот так вот. Что теперь? Теперь венчики убираем, моем. Глазурь получилась достаточно густой. Это даже лучше, чем жидкая. Вот потом будем брать понемногу и просто добавлять по нескольку капель воды и перемешивать. И красить в любой цвет. В общем-то, все, сейчас я помою венчики и продолжим. Ну что, в общем-то, уже айсинг готов. Я хранить поняла, что лучше айсингу. Он себя там лучше чувствует под влажным полотенцем. Раньше накрывала пленкой пищевой прям в контакт. Но помимо того, что остатки айсинга потом от пленки не отодрать. И то есть расход, да, примерно на один пряник айсинг мы выкидываем. Но и айсингу... там не очень. Вот когда его накрываешь влажным полотенцем, он себя чувствует офигенно. Полотенце новое, его руки мы им не вытираем. Это именно вот для айсинга у меня. Так, и теперь будем приступать к пряникам. То есть айсинг готов. И сейчас разложить нужно все пряники на салфетке. Что, вот я разложила некоторые пряники. Вот эти вот будут у нас позже. Ну, вернее, у меня уже, да? А вот эти мы сейчас распишем обычным графитовым простым карандашом. Я через трафарет перенесла рисунок. Сейчас я трафарет покажу. Вот пряники. Вот трафареты. Вам видно? Я не знаю, вот теперь видно, да? Здесь прорези. Я обычным простым карандашом просто потихонечку надавливая. Главное, чтобы он был остро заточен. Перерисовала здесь... в центре три розочки, но я их сделаю насадками, поэтому будем без них пока. Вот, и вот уточка. Такие вот пряники будут. Достаточно простые. Вот утка. Потому что кулич сам по себе праздник, и решила не переусердствовать с вычурностью, поэтому будут простые прянички. Зайчики, вообще на них ничего не буду рисовать. Будут по форме либо белые, либо можно розовые, голубенькие, желтенькие. И, например, просто бантик прикреплять или в горошек его делать. Мне кажется, будет лаконично, какая-то изюминка, но не вычурно и не чересчур. Потому что, мне кажется, кулич сам по себе будет празднично. Он будет, во-первых, в этой бумажечке праздничной. Поэтому, в общем, начнем. Для начала я готовлю стакан большой, мешки, пришли наконец-то мои китайские мешки, потому что те мешки, которые купила мне родня, они вот здесь вот с большим, то есть вот тут вот на них еще примерно вот такой полусантиметровый, ну, то есть склейка, да, пакетов, вот, а вот эти вот китайские отличного качества, без вот этих швов, ими очень удобно работать, ничего не мешает водить носиком, да, поэтому, в общем, они мне нравятся больше всего. Вот, ставим вот этот мешок в стакан и наводим айсинг, какой нам нужно консистенции. Вот я переложила в небольшую мисочку айсинг. Теперь по нескольку, сначала начиная с одного пшика, добавляем воду, здесь обычная кипяченая вода, и начинаем все хорошо перемешивать. У меня, к сожалению, сломался штатив, поэтому, в общем-то, это одной рукой не очень удобно делать, пока это все густое. Но это вот достаточно густое, то есть тут понятно, что оно растекаться не будет, да? Но воды все равно нужно по чуть-чуть добавлять, чтобы не переусердствовать. Вот, сейчас я все это вымешу, это будет просто белый айсинг у нас. Покажу, какой должна быть консистенция. Вот, вроде бы все, консистенция подходит.
То есть мы ее трогаем, она достаточно жидкая, и она вот начинает течь, но все-таки еще, видите, отрывается. То есть она не будет у вас стекать с пряника, но при этом будет распределяться. Если что, то мы зубочистками поможем. Вот, она начинает, видите, течь сразу, а потом уже не стекает. То есть вся прям с ложки, она сама, вот сначала она хорошо течет, а потом остатки именно с ложки, да, они вот так вот не стекают быстро. Вот, сейчас это все перекладываем в пакет. И применилась для экономии, ну такой некой, да, экономии 1-2 пакетов. Я его не завязываю, а застегиваю заклепками для пакетов. Сейчас я буду наводить розовый цвет, то есть мы берем опять айсинг, накладываем его, откладываем, да, от общей массы небольшую порцию и сразу же его окрашиваем, потому что краситель это тоже некоторая жидкость, несмотря на то, что он гелевый. И теперь уже опять сюда до примерно такой же консистенции доводим воды. Вот, еще раз хочу сказать, что здесь может быть на пальцах консистенция непонятна, но это нужно именно смотреть в деле. То есть вы возьмете, немного наведете айсинга, попробуйте, как вам с ним работать, стекает ли он у вас с пряника или нет. Если он стекает, то, соответственно, методом проб и ошибок берем этот айсинг, выдавливаем его с пакета, добавляем туда немного сахарной пудры для загущения. Все хорошо перемешиваем и потом опять его в тот же самый пакет и опять работаем. То есть для некого, ну, то есть все это опытным путем происходит. Вот сейчас я все вымешала, краситель, и сейчас опять добавляю немного воды, чтобы была понятна консистенция. Штатив сломался, как я вам сказала. Представляете, вот этот селфи-палка, то есть сама селфи-палка в нормальном состоянии, а вот где штатив, вот там одна ножка отломалась. Поэтому все снимаю одной рукой. Но я надеюсь, что вам будет достаточно все понятно. Розовый цвет немного гуще. Сделала совсем капельку гуще, но его можно будет распределить самим мешочком. Вот, сейчас все складываю в мешочек и будем делать оранжевый цвет. Так, сейчас я здесь навела оранжевый цвет. У меня так как такового оранжевого красителя нет, поэтому здесь у меня капля желтого и капля такого розового, как он клубничный называется, топ-продуктовский. Вот сейчас все это хорошо вымешаю и также до консистенции буду до нужной добавлять воду. Так, ну вот так вот вроде бы настроила камеру. Сейчас будем расписывать пряники. Сушилку я уже включила. Беру себе обязательно полотенечко, чтобы вытирать носики у мешочков. Начинаем с вот этого зайки. Так. Что, вот зайчик. Начинаем его расписывать. Берем обрезанный немного мешочек, просто ровно. И сейчас камеру все-таки с другой стороны поставила, чтобы было удобно. Срезом я держу вверх. Вот здесь вот все равно небольшой шовчик есть. И начинаем потихонечку давить. И немножечко носиком помогать распределять. Видите, немного забивается. Просто вытираем. Потому что дырочка небольшая, а сахарная пудра у нас сейчас проткну. Бывает, что крупновато все равно. Вот. Пряник, получается, мы не трогаем, потому что он лежит на салфетке, и крутить можно просто за салфетку. У меня это называется бесконтурная заливка. То есть контура нет, мы ничего не обводим. Сейчас возьму зубочистку.
Вот. И теперь по контуру просто зубочисткой начинаем распределять весь айсинг вот такими круговыми движениями. Распределяем по всему периметру, получается, пряника. Так. Вот, когда немного айсинга, то все в порядке. Вытираем. Здесь немножечко я переборщила с айсингом, поэтому просто зубочисткой вот так вот можно его убрать лишний. Вот. Потому что я почувствовала сама, что здесь я прям с ним переборщила. И оставшийся вот так вот распределяем зубочисткой, и он расходится, все в порядке. Так. Хочу еще сделать его в розовый горошек этого зайчика, поэтому берем розовый айсинг, немножечко на салфетке пробуем. Все, он движется, все в порядке, и в хаотичном порядке делаем горошки. Тоже опять забился. Так, все, теперь отправляем все в сушилку. Такой вот пряник. Прям с салфеткой все теперь сохнет на сушилке. Я ее накрываю, сколько минут сказать не могу, пока не высохнет верхний слой. То есть полностью пряник не высыхает. Минут 5-7, пока не высохнет верхний слой только. Теперь будем расписывать вот этот вот пряник, который у нас утенок. Делаем сначала оранжевый клювик, наверное. Нет, сделаем, наверное, сначала тело, оно самое большое, оно у нас будет беленькое. Его мы будем все-таки обводить. Так. Обводим наш по контуру. Так, и теперь крылышко. Там что видно, а то я
Даже не смотрю в камеру. Поэтому это называется контурная заливка. Есть контурная, бесконтурная заливка и контурная. То есть, ну, понятно, чем отличается. Я думаю, да, то, что контурная... Сначала мы обводим контур. И теперь как раскраску раскрашиваем. А бесконтурная — это вот как зайчик, когда нам все равно, какой контур, и мы его делаем именно по форме пряника. Вот так. И теперь просто раскрашиваем само тело и голову утенка. Потихонечку носиком, помогая распределять айсинг, чтобы он равномерно растекался. Глаз мы тоже сейчас закрасим, а потом его просто сверху дорисуем. И крылышко, соответственно, тоже оставляем. Немного давим на мешок, чтобы айсинг потихонечку вот выходил оттуда, но при этом в некоторых случаях, когда нужно его распределить, да, то есть мы уже не давим, а просто носиком разравниваем то, что выдавили. Вот. И тогда получится все гладкое и равномерное. Теперь вот это вот все, заготовку нашего утенка, мы отправляем в сушилку также минут на 5, чтобы подсох белый айсинг. Потому что если сейчас мы оранжевым нарисуем носик, лапки и крылышко, то получится, что все просто сольется и не будет отличаться по фактуре именно. Так что сейчас вот это все в духовочку, в сушилку. Что, смотрите, зайчика я уже достала. Как понять, подсох верх пряника или нет? Он уже не такой глянцевый, он все-таки еще блестит. То есть, вы видите, да, немножечко свет здесь играет, но он уже более матовый. И по утке этого не скажешь. Утка еще пока глянцевая, поэтому она еще сохнет. Зайчику я предлагаю просто добавить, будет попозже, когда он хорошо еще внутри схватится, то есть часа через 3-4, добавить просто посередине бантик. Можно еще, кстати, хвостик сделать, такой розовенький, например, сейчас я его сделаю. Прям на ходу сейчас быстренько его сделаю. Так. Тут вот внизу у нас будет вот такой вот хвостик. Просто поддавливать и распределять. Вот такой хвостик будет. И сейчас этот зайка опять отправится в сушилку, чтобы немного хвостик подсох. И красота. Что, наша уточка подсохла. Сейчас берем оранжевый. Начинаем первые капли на салфетке. Вот, все давится, все хорошо. Вот, и сейчас будем делать ножки. Опять точно так же немного выдавливаем и носиком все распределяем. Да, можно здесь даже обвести что-то. Чтобы быстрее все закрасить, да, можно все-таки обводить, если есть прям четко нарисованные контуры. Так. И теперь все, не боясь уже, так как контуры есть, распределяем. Опять немного выдавливаем и все носиком распределяем. Теперь делаем клювик.
Если что-то где-то не дотекло, то просто зубочисткой помогаем в уголках. Так, все. И теперь делаем крылышко. Его тоже можно сделать оранжевым, либо белым в оранжевую точечку. Я, наверное, сделала оранжевый в белую точечку. Так, здесь уже никаких, соответственно, контуров не надо, потому что у нас такая небольшая ямка получается для крылышка, которую мы заполняем оранжевым айсингом потихонечку. Если есть какие-то пузырьки воздуха, то мы их также зубочисткой просто все лопаем. Так, все. Да, я тут вижу небольшие пузырьки, поэтому стараемся именно их лопнуть. И сейчас возьму белый айсинг и сделаю горошки. Все. Теперь все это опять отправляется в сушилку, а глазик я потом просто дорисую кисточкой. Такой вот утенок. Несложный, но мне кажется, на Пасхе будет очень красиво смотреться на куличике, в смысле. Все, уточка высохла. Ну, относительно высохла, то есть верх высох, но если мы продавим его пальцем, то там еще все очень даже сыро будет. Зайчик тоже готов. Здесь я уже начала делать, еще одного зайчика сделала, просто белого, но с розовым хвостиком и с розовым бантиком он будет. Еще одна уточка будет и два вот таких вот зайца, которым я пока что раскрасила. В общем, нужно раскрашивать детальки, картинки, не стоящие рядом друг с другом. В общем, я думаю, вы меня поняли, чтобы они не слились. Так, все, зайчики тоже высохли, ушки я им сделала розовыми. Я думаю, что вы поняли, как все это делается, то есть по частям. Сначала животик, потом ножки. Вот они даже, видите, выделяются, не слились. Так бы это все слилось в одно большое пузо. Потом ручки, голова. Здесь сейчас будут цветочки. Вот, а вот эти вот прянички пока просто остывают. А здесь... подсыхают, в смысле. А здесь именно сейчас я буду делать уже цветочки с листиками, розочки. Такие вот зайцы остывают, подсыхают, отдыхают, в общем-то, жарятся на солнышке. Так, смотрите, вот что получилось. В общем-то, все цветуёчки и листики я делала насадками. Просто в пакеты, которые, вот я вам говорила, сейчас покажу, какие они неудачные. Так, вот. Уже засохла одна часть, видите? Так что уже все. Проковыривать нужно зубочисткой. Тут, наверное, все засохло, да. А, вот чуть-чуть осталось. В общем-то, сначала я потренировалась цветочки. Вот буквально, не знаю, там на ложке. Вот такие вот розочки. Ну, по-моему, достаточно неплохо смотрятся. По крайней мере, очень быстро. И они такие маленькие. Это, то есть такие малюсенькие насадочки. Прям маленькие. И вот такие вот зайчата получились тоже с маленькими букетиками. Красота. Мне очень нравится. Вообще сочетание розового, белого и зеленого – это моя прям любовь. Вот сейчас все это остывает, засыхает, подсыхает, а я поеду за Григорием. Сообщи, Григорий, новость. Сообщи, вот ты должен. Тихо, подожди. Не знаю, пришли домой, да, нет хомяка? Да. Афонь, можно не стучать? Утром он был, мама сказала. Да. Я даже знаю, что это можно. Смотрели здесь это, он там пытался как-то лазить. В общем, не знаем, где хомяк, в клетке его нет. Хотя я вроде бы... надо больше его кормить, чтобы толстел, либо глазить. Гриша! Тихонечко. Так, покупки. 3 апельсина купила.
Пекинская капуста большая такая, аж на 140 рублей. Барабан. Да. Итак, как это называется? Фунчоза, вот как это называется. 60. Афонечка, Афонь, можно я скажу? Иди погуляй немножко. 60 рублей. Два огурца. По-моему, по 160 тоже или по 180, не помню. Лимон. Надо уже обновить. Помидорки. Бананы и перчик болгарский. Будем сегодня делать салат. У нас сегодня, кстати, шашлыки. Еще покупки это были с корзинки с овощного магазина. А, еще соевый соус, но я его уже в холодильник убрала. Так, два молока. Так, булку хлеба. Хорошо. И там твоя куртка, Афонь. Такой хлеб в холодильник его положу. Буду кушать сметану. Сливочное масло. Наконец-то появилось вот такой вот кубанский хуторок. Вот. Укроп. Петрушка у нас есть своя. Укроп купила. Зеленый лук купила. И уже пошла редиска. 45 рублей пучок у нас стоит. Вот на редиску я цену запомнила. Вот сейчас порежу просто так редиску. Сделаю с вот этого всего салатик. И укроп тоже просто так с зеленым луком. Будем ужинать шашлычками и салатиком. Да, специально, да? Сухая шелковица. Надо будет там спилять и отдельно положить шелковицу. Вообще на них ее вот сколько вот жарю, мне так нравится на углях шелковица. Переворачивай. Раз переводил, раз сюда. Переложил, раз сюда. Раз. Так, я пошла тогда сейчас белье сниму, хорошо? Это ж аккуратненько такое. Это уже сейчас должна скоро приехать, сказал. Что это папа делает? Маме бургер это от голого повара. Мой деликатес. Я это раньше голый повар. Давай, сразу в рот? Целиком. Угу. Ну как? Угу. Ну как? Очень круто. Это что, расскажи, это же жареный хлеб на костре, да. И лук маринованный. Ну, Антош, не надо, Антош, еще раз. Надо же смотреть со всех сторон, не просто переворачивать. Видишь, я смотрю, где меньше поджарено, там, да, видишь, сильно сторона. Так, мальчики, я туда что, пошла делать салатик? Картошку там надо чуть тогда, буду за ней следить. Давай еще один. Алло, папа, ты мне сделаешь? А ты будешь лук кушать? Да. Он не едет, он не. И ты не будешь? А я буду, я бы еще. Это чуть-чуть горьковато будет, может, крупно. А. Тут корочка. По кислоте, мне кажется, как раз. Я вижу, я не могу запомнить. Так, на глаз всегда, дело на вкус. Сколько чего надо? Как вкусно. Ну, бери его там, выбирай. Как. Папа горячий. Папа уже занес шашлыки. Пробуй, пробуй. Мы попробовали. Подожди, все. Класс, подожди, горячий же. Ну дай маме, пускай мама, вы ели. Вчера да вечером, ты чё? Но я шуранул столько туда всего. Так, что мы будем? Кушать шашлык? Все, все собираются домой уже, все погуляли. Зоя, а что у нас колготки на столе? Афонины? А Зоя еще перекусик устроит. Ой. О, хамуки. Так, Алюня уже спать хочет. Годовщина, да. А после нас мой день рождения. Точно. Завтра годовщина моих родителей. Свадьба, как они поженились. Обалдеть, да? Да, вообще. А еще у кого день рождения, папа? Ты знаешь 15-го?
Да. И нам же в субботу его перенесли, нам сегодня звонили. А тебе сколько? Сережа, что Люба уже забила субботу, ты давай четверг уже. А я еще за две недели планировал. А кого что перенесли, я не понял. Ну, Сереге ж 15-го день рождения. Ну. А Люба же звонит, что вы 15-го, ужин будет? Я говорю, ну мы ж до родни, наверное ж. А они говорят, ну мы тогда на субботу. Видишь, ради нас уже дни рождения меняются. А я так ему сказала. Что за мальчик? Как тебя зовут? Алена. Скажи, купи. Что мне подарите, Вер? Дай ведра. Серый, что мы тебе подарим? Ну ремень хороший, он такой толстый. Черный пояс по карате. Так, мы не спим, уже всех провели. Теперь сижу. Не, кто дарил цветы, называется, тот их и будет выбрасывать. Да, Зай? Так жалко, если честно, мне с ними расставаться вообще.